Всем огромнейший привет из Ялты и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. У нас также солнечно, жарко. Блин, завешали уже батареи, блин, кипяток. Невозможно. Кондиционером спали. Сколько могли, потом выключили. Батареи работают. Газовый котел. Вот он. И он почему-то не отключен. Его трогать нельзя, сказали. Вчера мы были в аквапарке в Семиизе, в аквапарке с морской водой. Кто не видел, посмотрите. Ой, классный аквапарк, рекомендую вам. Прям супер, очень понравилось. Конечно, без сил, без ног приехали домой уставшие. Накупались, детям очень понравилось. Маме рассказывали. Мама говорит, я бы уже... Мама не катается, и мама не плавает. Она говорит, я бы уже там... С горок она не плавает, поэтому говорит, я бы уже там где-нибудь в тенечке, наверное, бы посидела. Я говорю, ну, конечно, но то, что дорога только далековато. А так, да, круто. А так круто. Вот. Максиму тоже рассказали, он говорит, все, надо тоже будет в следующий раз ехать. Погода была классная, жарко, поэтому, когда прокатишься с горки, тебе вылазишь, и холодно, и ни ветра не было, и не обдувает. Ну, прям классно. Очень понравилось. Это стоило того. Стоило того, чтобы съездить. Мама говорит, мы, наверное, с Максимом уже поедем. Ай. Баба Тенди говорит, наверное, в аквапарк мы поедем. Максим, ты и я, говорит. Он говорит, Максим и я не были еще в аквапарке. Он говорит, а ты просто дешевле бы обходишься. Потому что студентам там скидки по студенческому. Пенсионерам тоже, соответственно. А Максим потому что не был. Вот. О, какой вид классный. Какой классный вид. Птицы поют. Шикарный. Сегодня будем в себя приходить. Вчера так подустали. Но у нас что-то это, то ли накупались, то ли от кондиционера. Невозможно, потому что в квартире не охлаждается вечером никак, потому что батареи это вообще капец, конечно. На утренней рыбалке, похоже, на лодочке дрейфуют. Это, наверное, утренняя рыбалка? Похоже на то. О, птицы летают. Класс. Завтракать будем кашей. Я прищепки взяла тут на пляж. Хочу прикрепить там кое-что к зонту, чтобы не так светило через зонт. Значит, положи их сразу в сумку. Бутерброды у нас тут. Бутерброды. Пришли с вами на пляж. Мисс Фор. Доброе утро, море, по традиции. Все на пляже. Дети, похоже, в воде. Мама вон читает под зонтом. А, вон уже искупались. Yeah.
Хорошо? Или сильно хорошо? Хорошо или сильно хорошо? Хорошо. Все вместе? А ты что в этих шортах? А ты что? Да. Ну? Или я не захотел сумку тащить? А что, Максим, вот туда же ставил? Вон там где. Сейчас поставят. Черешня сегодня поменьше. Мне кажется, в размер купили. Там выше у него другая, значит. У него есть желтая. Да? Желтая по 200 и другая по 200. Ага. Ну, какая-то розовая и желтая. Ну, как вкусно? Ну, пойдет. Пойдет? Ну, нормально. Нашли семечки. Сначала было 2. Теперь уже 4. Подтягиваются. Представляете? Семки халявные. Кыш, кыш. Кыш, кыш. Прогоняем, они не прогоняются. Кыш, кыш. Да? Самый нагрузный. Смотри, смотри, еще прилетел. Еще прилетел. Халява. Ух ты. Халява. Пугнуть? Ну надо вообще-то. Они не пуганые. Ты смотри, смотри. Опа. Так, еда была где-то тут, вы видели? Нашли два пола. Так, остатки. О, еще один. Так, потеря. Потеря, потерь. Угу. А вот это еще лежит, не еда разве? Ребята, это не еда, что ли? Нет. Так, они еще какой-то другой пакет у них нашли. Там они, похоже, уже пообедали. Тебя татуга жевала. Смотри, неприлично стоит. Да хотела, чтобы попа загорела, а муж не разрешает. Говорит, что такое? Делала стринги. А сказали, что надо... Не надо так делать. Я так чувствую, самый, я у нее тоже без носок не сходился. Мне осталось 3. Ага. Мне зрители пишут, там она написала, что ради лайков вы готовы сниматься без трусов. Я говорю, ой, какая хорошая идея. Думаю, что ж до меня раньше-то не... А тут есть повод. А, кстати, вчера были в Семизе, там, где гора Кошка, и там нудистский пляж. Поэтому вот кому это интересно, вам туда. Есть нудистский пляж. Мы не видели, не проверяли, не ходили. Точными быть не можем. Вот, кстати, это надо выбросить. Нам таксист сказал, что там детский пляж. Не знаю. Да тут на этом-то пляже нудистов хватает. Тут такого понасмотришься, что... Приезжайте отдыхать, посмотрите сами. Что я буду вам рассказывать все. Лучше увидеть все своими глазами, я так считаю. Вот. Да. Как это такое? Как это такое?
Давай, давай. Просто ляж, все, и лежи. Ой. Мне так всего боятся. Я его погладила. Я тоже. Мы еще есть? Я... У меня закончилось. Вот почему они на меня переключились. Здоровый. 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 Но не деритесь. Здоровый, здоровый, здоровый. Все, все схавали. В магазин зашли за сахаром. Покажу вам, какие тут тортики есть. Кондитерского дома Фантазия. Вот такие вот. А здесь вообще совсем другие. Мы вот этой фирмы Илюшки на день рождения торт брали. Банановый. О, вот такой вот шоколадно-банановый брали. Вот еще какие есть. Пирог. Монастырская изба. Смотрите, какой. Оп. Прикольно. Разные пирожные. Разные пирожные. Как красиво. Какие корзиночки. Фантазия. Пирожные кольца. Монастырская изба с вишней получается, да? Мы обедать. Мы обедать на балконе с потрясающим видом. Два вида салата. Шикарнейший вид. Просто потрясающий. На миллион долларов. Дети накупались, голодные. Ждут обед. Да? Баба, пока в магазине была, мы там какие-то абрикосы ели. Да? Что купили в магазине? Лук, помидоры, огурец, лук. Морковку. Молодцы. Ну, в общем... А мы сахар купили. Всем приятного аппетита. Вкусненький салатик. Салат с капустой, огурчиком. Да? Ой, не открывается. Ну чё? Чё купила добытчица в магазин? Я хлеб. И все, малыш не закрыл. Конечно, он до пяти. Сгоняла в магазин с морской прической. Один хлеб, так
Я тебе багет купил, смотри какой, тебе бутерброды делать. Ой, сейчас будем бутерброды делать с красной икрой. Илья, доставай масло и красную. Поленились, не сходили в магаз. Так, и ничего не купили. Да, все раскупили. Масло сливочное и икра. Что-то захотелось уже вкусненького. Вкусненького. В общем, такой хлебушек. Был серый, но я Насте говорю, серым будет плохо. Поэтому надо беленький. Вот, сгоняла в магаз. Надо было раньше его отправить. И еще купили это. Еще бы купили бы... Там, что говорила? Кто мне пойдет помогать мазать? Есть желающие? Или только есть? Никого. Никого. Так, моя вот эта, да? Да. Это мое. Маме вот эту. Сейчас кофе потанцуем. Ой, кофе с бутербродами. Вкусненько будет. Вкусненько будет. Балуем. Себя балуем. Да, бывает. Пошел второй заход. Мало показалось. Решили еще. Повторяем. Повторить. Повторить. Мама режет, Настя мажет, и я намазываю. Пошли вечером гулять после обеда, а мы просто поздно сегодня пришли с пляжа на обед, у нас был поздний обед, и мы потом никуда не пошли. Максим еще подвернул ногу на ступеньках, в общем, расхаживается. Мы пришли гулять сюда на пляж, правда, собрались вот идти на танцы, будешь танцевать. Че, что, ковылял сколько? Сегодня сказали, будет тут танцы на пляже. На пляже. Вот там на пляже будут. От санатория Минскорд на пляже. Мы что-то так облюбовали в эти дни ходить на другой пляж, да? Ходить на другой пляж, то на тот уже и не ходили, Кайпетри. Все на Минскорде. Вот, классно. Здесь там что-то фотографируют. Обалдеть! Следующий. Еще один. Оп. Красивая. Покажи нам фотография, какая. Ну, какая красивая. Вот этот вот. В том году еще был. Ну, такой, с дырками, но стоял. А в этом году приехали, он уже обрушился. Вот они. Как прыгают, залазят. Прямо отсюда ныряют.
отважные какие. Ой, здесь такой вид красивущий на Ипетре. Здесь, когда отплываешь, прям очень хорошо видно Ипетре. Вот. Ой, в общем, я сегодня, похоже, посильнее еще загорела. У меня такой загар уже стало видно. У всех уже стало загар видно, да? Это тоже? Стало загар видно. Вот и у меня тоже уже загар проявился. Уже сколько времени? 8, да? 8 дело. Солнца нет. И не темно. Прохладно. Ну, еще купается, вода разогрелась. Сейчас вода уже 24 градуса сегодня было. 24 градуса была вода. Что-то у меня тут ветер. Поэтому, а когда мы приехали, наверное, все 18 было. Поэтому было холодно купаться. А сейчас, конечно, очень вода такая классная. Вот. Так что прекрасно сегодня вечером. Прям хорошо. Бултых. Бултых и все тут. Ну что, друзья, я считаю, что на отдыхе надо тоже быть красивой. И поэтому я тут накрасила голову. Красота будет. Вообще, страшная сила. Сейчас уже пойду смывать. Как шикарненько. В общем, женщина должна оставаться женщиной, независимо от того, в каких она условиях и что вообще рядом происходит. Добрый вечер. Что вы тут делаете? С кем ты разговариваешь? У тебя еще только стол веселый. Она подумала, что я это, ку-ку. С кем, говорит, я разговариваю? Сейчас я вам покажу. Зашла. Неожиданненьким образом. Говорит, с кем это ты разговариваешь? Думаю, выглядывает. Сидит так. Романтик у нее тут. Не романтик. У меня романтик, понимаете? Здрасте. Романтик у тебя, буянью. Это что такое? Я говорю, забанят видео из-за его музыки такой. Кто там был? Майкл Джексон? Такое же нельзя. Ну, в общем, у меня тут романтик, понимаете? В одного почему-то оказался. Вот жду, когда голова у меня тут окрасится, и можно уже будет смывать. Ну, в общем, за отдых, да, как говорится. Сижу на балконе, все прекрасно, море не видно, темно, поздно вечер. И провожу время отлично, монтирую видосики для вас, вся в работе, вся в делах. В общем, совмещаю приятное с полезным. Работу, отдых, YouTube,
работу, отдых, YouTube. И все вот так по кругу. Да, работаю. Работаю онлайн, не переставая, не поверите. Так что я на связи. Так, что это тут у меня? В общем, в походных условиях красила голову. Не, это уже все, это типа будет родинки. А, не, вроде смывается. Потому что ни накидки, ничего. Ладно, вот кисточку привезла из дома и краску привезла. Вот, сейчас пойду голову смывать. Красотка буду, просто нереально. Кухню видно? Букет. В общем, у нас так колоритненько. Очень колоритненько. Да, колоритненько. Ладно, времени действительно уже достаточно прошло. Надо пойти смывать голову. А потом продолжу свой романтик. Надо еще голову посушить. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.